А этот скелет почему-то меня трогать не хочет. А, ребят, нет, хочет. Фу, господи, уйдите. Маленькая рекламная пауза перед началом ролика. Представляю вашему вниманию Space World. Это игровой проект по Майнкрафту, который специализируется на сложных и интересных сборках. Вот некоторые из них. Грег Блок. Любите Грег Тэтч? Давно искали Skyblock с этим модом, да еще и с квестами и усложненными крафтами? Тогда этот сервер для вас. Unexplored. Сервер приключенческой тематики. С магическими и техническими модами одновременно. Sky Factory. Нравится выживать на островах? Надоели старые способы фарма ресурсов? Тогда этот сервер подходит специально для тебя. Также Грег Тэтч на версии 1.7.10 и Omni Factory. Легкий сервер с не особо сложными крафтами и, конечно же, с легким развитием. Space World – один из лучших проектов по Майнкрафту. Обязательно переходи по ссылке в описании, качай и играй. Приятного тебе просмотра! Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Маус, и добро пожаловать на самое обычное видео в Майнкрафте. Посмотрите, какая шикарная деревня сзади меня находится, это просто капец какой-то. И давайте сделаем так, если сейчас каждый из вас поставит лайки, то прямо сейчас в эту деревню я отправлюсь и посмотрю, что же там такое интересное может находиться. Кстати, у меня появился бонус сундук, который, конечно же, быстренько тоже нужно взять и облутать. Вот это, конечно, интересные вещи здесь, ладно. Я заберу с собой только факела, думаю, они мне по-любому пригодятся, а вот земля мне уж точно не нужна. Ладно, побежали дальше, посмотрим, что там такого интересного может быть. В принципе, я уже вижу кузницу, по-моему, там кузница изумрудная. Изумрудная кузница в Майнкрафте — это что-то совершенно новое. Посмотрим, проверим, я думаю, будет сегодня реально весело. Так, здравствуйте, жители. Я уже слышу, как они там носом своим гундят. Вот они такие. Кстати, мне бы очень не помешало быстренько найти себе немножко морковки, потому что без морковки будет довольно-таки сложноватенько. Вон она, по-моему, есть, да? Это морковка. Ебой. Собираем все это быстренько дело. О, какое-то оно немного странное. Ничего страшного, собираем. Все, скоро я проголодаюсь, наконец-таки смогу нормально, елки-палки, питаться. Жители, почему у вас деревня изумрудная? Вы мне можете, пожалуйста, объяснить? Я, честное слово, немножко в недопонимании, почему так получается. Ну как это ты в недопонимании? Ты же понимаешь, что мы любим изумруды. А, ну да, да, ладно, понял. Это весьма хороший аргумент, но в любом случае, я ни разу в жизни не видел деревню из изумрудов. Поэтому для меня это что-то реально новенькое. Так что я бы, наверное, пойду быстренько посмотрю, что у нас тут интересного может такого быть. Кстати, самое главное, что, конечно, меня интересует, это кузница. Пойдемте сходим и посмотрим, чувак, что у нас чувак, здесь. Чувак! Ты чё орёшь? Ты меня выпустишь или нет сегодня отсюда? Я? Да я тебя впервые вижу здесь. Ну помоги, пожалуйста, меня заключили в этой тюрьме. Так, а как я тебе помогу-то? Ты мне можешь объяснить? Ты же видишь, у меня ни инструментов, ни денег, ничего с собой нету. Выпусти меня! Парень, что-то с тобой не так. Ты какой-то очень странный. Почему тебя сейчас здесь заключили? Да я был этим кузнецом какое-то время, а потом я решил то, что нужно в Майнкрафте делать что-то новое. И как бы, да что я тебе рассказываю, заходи в мой дом и узнаешь. Ладно, а где твой дом находится? Ну ты тупица, я же тебе сказал, я был кузнецом, значит мой дом в кузнице. Логично, да. О, я вижу дверку, спасибо большое. Так, ага, и что, ее нужно открыть, да? Все, я молчу. Молчаливый какой, а. Ладно, хорошо, открываем. Посмотрим, что у нас здесь. Это что такое? Это туалет? А это что такое? Это лысый бычок. А, вон ну чё. Лысая корова? Вот это, блин, приколы, конечно, у тебя в кузнице, ёлки-палки. Ты чё, сумасшедший? Да я чё, знаю, что ли. Ну да, ты, видимо, не знаешь. Ты не понимаешь. Сумасшедшие никогда не понимают, что они сумасшедшие. Так, что в сундуке интересного здесь? О, вот это да! Эндроперлы, яблоки золотые, светокамень зачем-то с ведром. Интересные какие-то ноты непонятные. Что, простите, ладно, собираем. Мне ж теперь даже морковка не нужна. Я могу спокойно перекусить золотыми яблоками. Ой, перекусил, блин, это чё было, лошадь? Будешь? Окей, понял. Еще раз пробуем перекусить. О, куда я закинул его? В воде оказался. Вылазим. Все в порядке, ладно. Сумасшедший мир. А ну-ка, если жемчуг Эндера запустить, я могу его скушать. Вот это уже другое дело. Нифига себе. Приколы майнкрафтовские. Нифига, он изобретатель психованный. Я понимаю, почему его посадили теперь. Ты что-то про меня говоришь? Ну да, а что мне еще говорить-то? Я в шоке немножко нахожусь. Слышь ты, клоун. Про меня больше ничего не смей здесь говорить. Это я клоун? Ты себя-то, елки-палки, видел? Красноносый говнючок. Ладно, неважно, хорошо, все, не будем с ним ругаться, спорить, он сумасшедший. Мне вот что интересно, зачем здесь стоит корова и пустое ведро? Логично то, что нужно собрать молоко. Все, я собрал. Чувак, я украл твою корову молоко, понимаешь? Я в тебя сейчас плюну через решетку. Убегаем скорее. Так,
Так, что мне делать с этим ведром? У меня есть 10 светокамня. И по сути это должно что-то значить, наверное. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. Не знаю. Очень странный Майнкрафт. Что мне с этим делать? Сделай портал, дурачок. Чё, как он вообще меня услышал оттуда? И как я его услышал? Слышимость в Майнкрафте нынче хорошая. Ладно, сделаю верстак без проблем, господи, тьфу ты, портал. Я думаю, это будет несложно, поэтому давайте быстренько замутим его. Опа, текст, все сделал. И, по сути, нужно, наверное, залить молоком. Да, смотрите, получилось! Что за странная такая штука, ё-моё! Мне даже туда немного заходить страшно, знаете ли. Кстати, нужно перекусить. А, тьфу, блин, не то сделал, ёлки-палки, опять. Вот, все, кушаем нормальные эндерперлы. Ладно, залетаем, посмотрим, что у нас здесь будет такого интересного. Ой, как все затмевается. О боже мой, где я нахожусь? А это, елки-палки, что такое? Что происходит с этими коровами? Елки-палки, что это за место такое? Очуметь можно, что с тобой не так? Выпустите меня отсюда кто-нибудь, пожалуйста. Сумасшедшая фигня, хотя секунду, блин, это же прикольно. Мне вот что интересно, что это, елки-палки, за грибы такие интересные. Понятно, с них что-то падает, какие-то грибочки, нифига себе. Так, с коровы. Ты чё, плачешь, что ли? Смотрите, она реально плачет. Ты чего, коровка? Понятно, все понятно. Кстати, дело уже к ночи. Я очень хочу ее увидеть, посмотреть, что с нее выпадет такого крутого. Да не ной, ты не плачь. Дай мне свое мясо или что там у тебя выпадет крутого. Знаете, какая-то она совершенно неубиваемая. Наконец-то я ее убил. Выпала гнилая плоть, а также вроде как все. А эти звуки откуда? Они как будто прям близко со мной. Что-то странное происходит. Боже мой, я корова стала, эта сумасшедшая! Как мне выбраться из этого дурацкого тела? Проклятый псих-житель заманил меня в него. Это я так что ли теперь буду говорить все время? Вот это у меня взгляд, конечно. Нормально. Что это значит? Блин, коровка, с тобой тоже явно что-то не так творится. Они сумасшедшие какие-то, ладно. Я там вижу какой-то непонятный дом, что ли. Давайте посмотрим, что это такое. О, пролезаю, замечательно. Все, отлично. Ой, что это такое? Фух, отпустила, блин. Я уж думал, никогда не перестану быть такой коровой странной. В этом доме абсолютно пустота. Ладно, посмотрим, что у нас находится. А, это все тупик, понятно, бессмысленные домики. Нафига их здесь построили, я честное слово пока что просто-напросто не понимаю, без понятия. Ладно, все, я насмотрелся. Думаю, то, что отсюда стоит, конечно же, уходить. А то эти вахасум-бум-блим меня уже скоро с ума сведут. Заморозка. Наконец-таки я снова здесь. Нормальный мир, никакой не сумасшедший. Все в порядке. Ух ты, здесь я уже вижу всяких разных мобиков, скелетики всякие разные. Эй, не надо мне стреляться, слышь, что я тебя сейчас ноты зафигачу. Уйди, паук. Наконец-то уничтожили. А этот скелет почему-то меня трогать не хочет. А, ребят, нет, хочет. Фу, господи, уйдите. Wahasam boo.
Mm-hmm.